сегодня нужно. А кто владелец всего этого? Вы? А как нам до владельца дозвониться вот этого? Есть как-то его можно увидеть вообще, поговорить с ним? Да не, я думаю, не будет с ним разговаривать. Не будет? Будем принимать меры, выяснять сейчас собственника и согласования, если они были, кто их давал, эти согласования. Администрация сельского поселения никаких разрешительных ни документов, ни согласований не давала. После выяснения вопроса по собственнику, думаю, что да, будет обращение обязательно в прокуратуру.